рады, преподнести сюрприз. Опять для вас Кристина работает на бис. И вот альбом третьим всех мы приглашаем снова. На зимние каникулы Сергея Воронкова. Thank you.
Сергея Воронкова и московской дискогруппы «Кристина». Только на память словам.
90 лет. We'll be right back.
Поддайся сомнению, дай мне осенний шторм. Может, вернет нам мгновенье роза ветров. Снег на розах, неожиданный для всех. Снег на розах, ночью в Сочи выпал снег. Снег на розах, где вчера струился снег. Снег на розах, Сочи снег. Сочи снег. Thank you.
только для вас. Январский альбом «Зимние каникулы». Сергей Воронков и дискогруппа «Кристина». Thank you.
столицу. Прощай, ай-яй-яй, не скучай. Прощай, ты не будешь мне сниться. Забудь про меня, обещай. Презентация альбома «Зимние каникулы» принимали участие композитор, солист группы Сергей Воронков, клавишные инструменты Сергей Ворожбит, драмс-компьютер Михаил Лузанов, административная группа Александра Власова, а также поэт и продюсер группы Владимир Шпак. И не забудьте, мы работаем на бис. В прошлом и счастье теперь ни за что не вернуть.
земли. Расскажи.
смотрит глаза, нежно за плечи тебя обнимая. Может и завтра он будет как я, ждать и звонить эту ночь вспоминая. Кристина, девчонка, Кристина, игрушка вчерашнего дня. Кристина, девчонка, Кристина, ты стала судьбой для меня. Кристина, девчонка, Кристина, не надо бессмысленной лжи. Кристина, девчонка, Кристина, как дальше мне жить, расскажи. Последняя новость. Заняв лидирующее положение в хит-парадах и телешоу «50 на 50», московская дискогруппа «Кристина» и Сергей Воронков готовят вам летний альбом. Почаще наведывайтесь в студии звукозаписи. Ну, вот и все. Пока. Московский парк-шоу.